Мой вечерний ужин. 400 калорий, 300 грамм свеклы, 30 грамм майонеза 30%, 60 грамм печеночный куриный паштет, 35 грамм белый батон. Очень даже хорошо, 400 калорий, и остается место по калориям для фруктов. И на этом сегодня, наверное, я свой прием пищи закончу. Приятного аппетита мне! Фрукты у меня стоят в открытом доступе. Я, конечно, подсчитываю по фруктам калории, но не так скрупулезно, скажем. Потому как все-таки фрукты, они как-то легче усваиваются, легче, по-моему, и перерабатываются, и заходят и выходят. Поэтому, в общем-то, не так я их пристально. Вот я более пристально считаю жиры, картофель, крахмальные такие продукты, мучные, хлеб, булки. Это я очень досконально считаю. А фрукты все-таки, ну так я позволяю. Это не конфеты, это не варенье. Иногда какую-то мандаринку там 50 грамм могу даже забыть записать. Ну вот, еще раз приятного аппетита. Пошла кушать.